зови меня! Девочка, красивые глазки! А на лице ты Рашьян был. Чего я не вижу? Что-то мануш тар брейн и пол пешер поле жабе. Там такой у нас... Что это? Мать! Нет у нас. Слышишь, мама, мам, слышишь, сидит, говорит мне. Мать! Говорит, мать, дай мне очки, я ничего не вижу. Мать, я очки не добавила. Ты что, я и такого не учила, мама. Это котачик с этим, это? Я никогда не говорю мать никому. Надя, Надя, это было, да, уже, никогда это не наблюдала, ну, по 11 лет я сказала так, это уже было месяц назад. Это кто-то шикса, Надя, ты мне? Наверное, вот у них тут в садике говорит на русском, наверное. Детка, позови меня, давай сделать фильм посмотреть, видишь? Какие у тебя красивые глазки, у тебя глазки красивее, чем очки. Ну, я бы вот так глазки видел, и вот так глазки, и вот так, и вот так, и вот так, и все, ну, и все, все глазки, окей? Okay? Ты кивал это, ты кивал это. Вот так, все. Надя, ты, Наташа, сколько там девочек, хоть есть немножко? Девочек много, мать. Вот так, мама, когда дают, вас моя кша на голову. Уже чем у нас сейчас стало? Что вы имеете? Что сейчас? Сайка, вы сами вон, вас называют его виду. Я прям назвала. Какие были ваши сети? Нет, нет, я бы на игрышке, прошу за тебя. На еще вот такой. Какие были, а мы это будем? И кучи дедушка. Ки? И чеши дедушка. Is she saying something meaningful? Плач, дедушка. Пойдем плач. Школа. Я буду сосать с тобой. Дедушка, бабушка. Надя, Надя, дексан, ки шундор. আনাদের সাথে রাশিয়ান বলছে, রাশিয়ান ভাষায়। আবার আপনারা কিছুদিন আগে দেখেছেন যে তার দাদি তার ফুফির সাথে খুব সুন্দর বাংলায় কথা বলছে। এটাই নাদিয়া আসলে আপনারা শুরুর থেকে অনেকে বলেছেন যে নাদিয়ার হয়তো সমস্যা হবে, এতগুলো মানুষ পেশায় পড়ে যাবে। দেখেন আজকে 3 বছর নাদিয়ার বয়স, এখন 3 বছর 1 মাস নাদিয়া মাশাল্লাহ সবগুলো ভাষাই খুব বলছে। Я с тобой поговорю. Котик, тебе признаю. Давай поговорим с тобой, давай поговорим. Лучше бы на меня. Какая ты у меня красивая девочка. Это киси стайл пасит. Вот ниже такие бусы, где... Вот чашпа не ешь, маке. Надя, эй, кота грота, нана, леша, ты ошла. Hello. আপনারা আসলে অনেকেই বলেছিলেন যে নাদিয়ার জন্য 3টা ভাষা এতগুলো ভাষা কি বলা ঠিক হবে নাকি, ছোট মানুষ তার ব্রেনের উপর প্রেশার পড়ে যাবে। কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নাদিয়া কিছুদিন আগে আমার মার সাথে খুব থ্রোলি বাংলা বলছে। বাট নাতাশা, আই থিঙ্ক শি টক বেটার বাংলা। আমার মা বা আমার বোনের সাথে যে সুন্দরভাবে কমিউনিকেট করছে সেই তুলনায় কিন্তু তার নানাদের সাথে রাশিয়ান ভাষায় কিন্তু অত ফ্লুয়েন্টলি কমিউনিকেট করতে পারে না, তো সে বুঝে। Тебе не дам ягодку. Ки дау? Дау то че? Не дашь бабушке ягодку? А почему ты не дашь бабушке? Почему бабушка хочет Элленов give you a berry? Я маска жу, я тоже. Ки? Надя, ты мне надо тебе бери дау? Да. Дичи. Very good. It's a tiny этот. Ты кела коро? Давай поцелуемся, Надя. Дау. Красивые зубки показывают меня. Красивые зубки. Красивые зубки показываешь, бабушка? I'm showing you my beautiful teeth. О, ты можешь шунду дать, да, кабаш, байки. Дехи то, а вот дехи. Надя, очень красивые беленькие зубки.
নানিকে বলছিলাম ও সুন্দর দাঁত দেখাবে। খামার বাড়ি কেমন আছে? আচ্ছা, খামার বাড়ির সকল ফুল আস্তে আস্তে কেটে ফেলতেছে, কারণ এখন ফুলগুলো অনেক শুক শুকায় গেছে। আবার তুমি যখন আবার যাবা তখন আবার দোলনা দিবে, বুঝছো? এটা বাইরে একটা তো নষ্ট হয়ে যাবে না?